Федос! Чего? Здоров? Здоров. Я, в смысле, здоров. Нигде не колит? Нет, не колит. Когда помирать думаешь? В среду. В эту? Или в следующую? Ну, а хрен ее знает. Ну что, в среду это как пить дать. Самый подходящий день. Ага. Помру, значит, по утрянке. Нет, после обеда. Ну, помоют. Ты мыть будешь. Только водой из этого колодца. Холодный же. Ну, это тебе холодный, а мне-то в самый раз будет. Ну, весь четверг полежу. Пятницу, значит, на кладбище. А уж потом все выходные поминайте. Пейте, гуляйте, аж до понедельника. Вот на эти сотни две оставлю. Брешешь? Чего брешь? Не верю я, чтобы вот так. И ты боишься. Должен бояться. Но что ты такого в своей жизни видал, чтобы с легкой душой смерть принимать? Что ты в своей жизни сделал? Что? 80 лет смерти фигу показывал. Вот только если каждый год по фиге, и то 80 штук. А если чаще? О, большое дело. Трех сынов сделал. На ноги поднял, в люди вывел. В люди вывел. Но... Трех сынов. Сашка-то пишет кому-нибудь? Мне пишет. Мои не пишут. А-а-а. И твой должен не писать. Да? Иди-ка домой, Тимофей. А то с тобой поговоришь потом всю ночь, всякое паскудство снится. Ты что, голодный же? Ты от своей злости раньше времени загнешься. Не надейся. Но... Загнусь, конечно. Да. А тебе переживу. Да. Ишь ты... Поднатужусь, ишь ты, да, да, а переживу. Да. Разве что поднатужишься. Иди, иди. Иду, иду. Пропади все пропадом.